Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons – Соедини драконов. Сегодня у нас среда, и я записываю это видео. Как всегда, мы получаем призы, которые удалось получить за эту неделю, и собираем сундук логова. Ну вот смотрите, сундук логова я уже забрала, вот он здесь нас ждет. Можно посмотреть, что у нас на следующую неделю. На данный момент у нас уже собран сундук 4 уровня. Не хватает еще немножко. На первом месте лагерь 0707. Оленька набрала 3008 очков. Ну, сейчас я тоже включусь в это дело. Вы это видео увидите уже в четверг утром. Да, потому что я сегодня сражалась в событии «Дикие земли». Вот смотрите, у нас сейчас проходит событие «Дикие земли». Я уже открыла почти всю-всю-всю территорию. Вот, посмотрите. Вот, всю-всю территорию уже открыла. Вот мне осталось вот последнего. Вот я вам покажу дракончика добыть. Ох, тут целых две обжорки. И теперь, смотрите, мне нужно их всех еще накормить, последних драконов накормить. Вот сколько у меня еще не накормлено дракончиков, последний вообще по 150. А вот этих всех дракончиков я уже приручила. И когда это событие закончится через один день, 22 часа, и всех драконов, которых я смогу прокормить, я их получу всех себе в лагерь. Вот их сколько много. Ну что, чтобы их покормить, вы помните, такое событие мы уже несколько раз с вами проходили. Можно посмотреть у меня на канале, как их проходить. Нужно просто 20 генераторов, 3 типа генераторов у нас есть. Одно вот такое вот дает такие вот перышки. И основное нужно выполнять задание. Вот мы выполняем задание. Видите, вот сюда, получаем вот такие сундучки, в которых есть ягоды. Сундучки, в которых есть ягодки, и вот этими ягодками как раз-таки нужно нам кормить наших дракончиков. Ну, ягоды выгоднее соединять в ягоды последнего уровня. Вот призываем дракошечку, он делает из этих ягод золотые. Вот, эта ягодка самая большая, 15 очков, и мы идем, выбираем дракончика, которого мы хотим покормить. Вот, например, призываем его таким образом. Скармливаем ее ягодку, и вот все, это тоже у нас обжорка, у нас уже будет в лагере, когда это событие закончится. Вот таким образом слева видны задания, вот эти предметы у меня есть, вот могу их отдавать потихонечку, и вот этот у меня предмет есть. Вот золотые ягоды у меня стоят, я их тоже по 5 собираю, и таким образом потихонечку всех накормлю дракончиков. У меня еще будет куча времени, чтобы это сделать. А сейчас я возвращаюсь в лагерь, чтобы мы могли сделать свои ежедневные дела. Это получить все призы и награды. У нас было событие на неделе. О, елочка! Новогоднее событие, в котором тоже новые дракошки у нас. Два типа новых драконов, поэтому мы хотим их тоже рассмотреть. Так что у нас скала просит дрова. Будем иметь в виду, если дрова у нас будут выпадать, не будем их удалять. Так, вот, начинаю яйца соединять и зарабатывать первые очки в копилочку. В копилочку, в нашу копилочку. А, что еще за эту неделю я хотела вам показать? У меня выпал еще вот такой сундук. Сундук мега удачи. Смотрите, я могу на него нажать. И в этом сундуке уже находятся либо драконы первого или второго уровня, или яйца. Это у меня сундук уже второго уровня, я их уже насоединяла, да? Первый сундук первого уровня 75 самоцветов нужно, второго уровня, то есть 25, второго уровня 75 самоцветов. То есть после последнего обновления 9.6.2 у нас появилось, оказывается, не два новых типа сундуков, которые можно открывать за самоцветы, а целых три типа. То есть первый тип, в котором есть предметы, второй, в котором есть яйца с событий прошедших, и третий, в которых сразу есть или драконы, или яйца. Вот тут вот есть еще информация, и тут вероятность выпадения яиц. Да, вот гнездо из магазина, дракон, да, из магазина яиц, дракон из события. Вот сколько процентов вы можете
получить вот такой вот еще третьего типа сундук. И я посмотрела, что максимальный уровень вот сундуков, до которых они соединяются, это третий уровень вообще-то. Вот такое вот еще гнездо мне Кала дала, чтобы тоже его открыть заодно. И вот такое у меня есть гнездышко. Не могу сегодня все понаоткрывать. Так, на чем мы с вами остановились? Это на том, что мы хотели разобрать призы события у елочка. Отлично. Давайте. Вот они у меня тут все вот находятся. Ой, сразу какой-то бардак тут навожу случайно. Давайте порядочек будем содержать. Вот так вот. Итак, первая награда дополнительная за то, что я все звезды получила. Вот оно. Это вот золотое деревце. Сейчас мы его вот на место отправим сюда. Золотое дерево. Есть вот такой вот родничок второго уровня, который нам яйцо сейчас даст. Вот такое вот. Вот оно. Как раз 5 яиц соединю. И родник сюда отправлю. Так, и гнездо с яйцами совенка грифона, которое можно было только в событие получить. 3 яйца у меня совенка грифона. Сейчас посмотрю на складе. Может быть, еще одно яйцо там есть, значит, 4. Ну, пока, значит, оставлю их вот здесь. Дальше смотрим, какие вот призы будем сейчас разглядывать. А, это награда. Вот события, смотрите, детеныши мудрого дракончика. Вот их сколько. У меня портал события последнего 16 уровня, поэтому у меня много дракончиков. Все самые максимальные призы, которые можно в событии получить. Вот 3 гнезда с яйцами, в которых примерно от 17 до 21 яйца. Так, вот эти яйца можно сразу сюда уносить. Так, посмотрим, сколько мне удастся очков собрать. Я сегодня уже день заканчивается, а я только начинаю все разбирать, потому что в дикие земли сегодня целый день там ковырялась, чтобы пройти это событие. Еще осталось, видите, мне накормить. Так, космического дракончика выпало яйцо. Смотрю. Так, готово. Есть, я вот по 5. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотела 5 соединить. Так, алого выпало яйцо. Вот так вот. Так, и тут у меня такое есть. И тут у меня 2. Освободить место. Так, вот 5 тоже. А, вот такое яйцо голема тоже. Сюда. Вот. Яйцам големам. Так. Иногда там и премиальные яйца вылетают, как вы видите. Вот так. Уже случайно. Надо повнимательнее. Ну вот, все 3 гнезда я разобрала. Вот остались у меня опять под вопросом 3 таких яйца. Одно такое не... И 2 таких непарных. Так, рассматриваем дальше. Вот такие вот. О, смотрите, вот главное. Веселый дракон Санта 4 уровня. Вот такие вот получила дракончиков я. Это новые драконы Санточки. Очень красивые, мне понравились. Так, дальше. И вот такие снеговички. Вот это вообще шикарно. Морозный снежный дракон, приятель 4 уровня. Посмотрите, может быть, кто-нибудь из вас захочет картину с таким дракончиком. Тогда заходите, где у меня 500-е видео, и делайте запрос на такого дракона. Может быть, вам повезет, и я смогу вам написать картину с таким дракончиком новогодним приятелем. Так, вот тут еще вот такие маленькие дракончики-санточки. Вот, они сразу отдыхать некоторые отправляются. А, так, вот еще сундучок выпал, как вы видите. Сундук путешественника во времени выпал.
Видите, я собрала для вас все, чтобы показать. Вот первый сундук 25 самоцветов, и тут можно получить от 1 до 2 яиц, в зависимости, как вам повезет. За 25 самоцветов открыть. Второй уровень 75 самоцветов от 2 до 4 яиц. Можно получить события, и вот эти яйца именно. И третий уровень 125 самоцветов уже можно, я не знаю, неизвестно сколько получить. Но может быть 4 яйца, а может быть и 2, непонятно. Нужно, в принципе, нужно пробовать и смотреть. Может быть, кто-то из вас открывал, можете тогда это написать. Вот такой сказочный снежный шар нам дали, который, смотрите, дает иногда вот такой сразу цветочек классный. Ой, посмотрите, что-то новенькое. Раньше вот эти шары давали что-то другое. Теперь вот они дают сразу цветы 6 уровня призменные. Мне они, конечно, не нужны. Вот у меня такой еще один шар должен быть на поле. Сейчас я посмотрю. Вот он тоже дает цветы? Нет, он почему-то цветы не дает. Посмотрите. А вот этот дает теперь цветы новенькие. Интересное кино. Ладно, я его продам, потому что у меня такой же шарик вон есть с прошлого новогоднего события. И он нам дал, смотрю, стадионных драконов. Яйца стадионных драконов. Сейчас мы посмотрим с вами, может быть, у меня на складе есть. Я смогу тогда их 5 соединить. Сейчас проверим. Тарам-пам-пам. Вот как раз есть одно яйцо еще. Пятое добавить. Так, есть. О, красавчики. Какие в шапочках стадионные дракончики. Так, дальше. Вот у меня еще два гнезда с яйцами снежного дракончика. В первом 4. И посмотрим, сколько во втором будет яиц. Вот такие красавчики. Новые, да. Драконы-приятели. Вот малыш снежного дракончика. Ну вот морозный снежный дракон-приятель вообще обалденный, конечно. И еще... О, посмотрите, сколько еще яиц. Мне как повезло. То есть будет 6 яиц, одно я забрала 7. В одном 4, 7, 11 яиц. Одно у меня такое яйцо останется дракончика-приятеля. Так, смотрим, что еще. Вот такие яйца снеговичка. И еще один такой сундучок путешественника во времени. Так, 8 яиц соединяем, получаем вот таких вот дружков снеговичков. Вот эти все призы были и награды с события о елочка. Что я хочу сказать об этом событии? Мне кажется, оно немножко изменилось, потому что проходить было чуть-чуть сложнее елочку. Потому что на поле в самой близости были елочки 2 и 3 уровня. И их невозможно было удалить, чтобы они не мешали зарабатывать сферы, потому что было 2 таинственных облака закрыты именно елочками 5 и 6 уровня. И поэтому пришлось добывать и то, и постоянно контролировать драконов. Короче, замучилась я проходить события у елочка в этот раз, честно говоря. Вот такие дела. Так что кое-какие изменения в событиях у нас тоже получается. Кстати, вот «Дикие земли», которые сейчас я проходила события, там тоже кое-какие изменения. Если в прошлый раз, когда мы его недавно проходили, постоянно выпадали предметы, кусочки генераторов, да, на уровень меньше, можно было собрать более крутой генератор. Но были очень такие сложные задания, чтобы получать ягоды, чтобы сундуки получать с ягодами. Теперь задания не такие сложные, но и вот генераторы, только вот мне 3 генератора удалось получить, самые первые, которые пушинки выкидывают. Остальные генераторы у меня как были на первом уровне, так и остались. То есть, в принципе, можно было покупать за самоцветы их улучшения, да, а так вот заработать в сундуках их вот не выскакивало так много, как в прошлый раз, когда мы с вами играли. Итак, получили. Теперь, смотрите, мне удалось 5 супер яиц накопить. Я сейчас соединю и покажу вам это чудо. У меня будет целых 2 супер яйца, из каждого из которых примерно 20 драконов вылетит. Посмотрите.
Я их специально коплю. Вот, смотрите, сколько я драконов смогу получать. О, красота какая. За появление каждого мне еще даются очки. Вот. Видите, сколько мы дракончиков? И тут и премиальные дракончики, и простые дракончики вылетают. Просто супер, обожаю эти супер яйца собирать. Так, ну что ж, давайте теперь откроем этот сундук. Сундук. Посмотрим, что нам тут выскочит. Yes. Может быть, сможем что-то соединить. И пойдем тогда соединять драконьи яйца. Сейчас я посмотрю, сколько мне уже удалось на данный момент собрать. О, сундук луга нам чуть-чуть осталось. Смотрите, я уже 300 набрала очков. Нам осталось набрать еще 300 очков буквально. Почти, 331 очко, чтобы получить для на следующей недели сундук 5 уровня. Все молодцы, работают над этой задачей. Открываю. Итак, сундук логова. Я открываю обычный. Это одно гнездо с яйцами дракона логова. 16 случайных премиальных яиц и 6 случайных предметов. Можно это все удвоить. Взять сундук премиум, если у вас есть много самоцветиков. У меня, к сожалению, нету. Вот, что получила. Так, это я сразу то, что мне не нужно, продаю. Это у меня уже все добыто, все получено. Вот пруд я оставлю, потому что я семена драконьи. Вот если деревьев собираю. Вот золотые семена медаса я собираю деревьев. Поэтому мне они нужны. А остальные предметы и цветы мне нужны. Цветы я тоже еще до сих пор собираю. Вот цветочки. Так, сколько у нас тут будет яиц? Только 3 яйца. Логово, дракона логово. Смотрите, мне попало. Сейчас посмотрю. Может быть, у меня еще дракончики логово есть на складе. А вот и не вижу. Сверху у меня яйца 2 класса, поэтому я их не смотрю так более внимательно. Я смотрю их вот здесь. Видите, у меня фрагмент еще супер яйца. Еженедельная награда выпала. Тоже буду собирать. Нету. Зато у меня стадионный дракончик выпал. Еще одно яйцо. Что ж, буду соединять по 3. И вот какие еще у нас тут яйца повыпадали. Потом я буду их складывать вместе. И объединять. А сейчас давайте пойдем с вами смотреть, что нам, сколько мы сможем насоединять на этой неделе драконов и будет ли у нас драконы 2 класса. Кто-то мне задал, кстати, вопрос о нас в Ютубе, да, в комментариях. Можно ли соединить драконов 10 уровня? Ой, мне кажется, что нет, нельзя. Так, вот мне еще один такой сундук выпал. Сейчас мы посмотрим, кстати, можно ли их соединить 3 уровня сундуки. Нет, 3 уровня это последние сундуки, они дальше не соединяются, как вы видите. Так. Что ж, ну давайте. Что у меня еще тут есть? Вот у меня еще есть ящики пыльных кроликов. Мне на этой неделе удалось добыть вот такой ящик 2 уровня. Вот, тут сразу пыльный кролик, смотрите, выскочил. И два, смотрите. Два мне гнезда дали с яйцами пыльных кроликов. О, как мне повезло на этой неделе. Подумать только, целых 2 гнезда. Просто шикарно. Кстати, надо посмотреть еще. Секундочку, давайте разберем эти гнезда, только надо найти местечко, где их разбирать вообще. Вот так, сейчас я вот эти яйца здесь сложу, чтобы у меня вот эти цветы пока не выскакивали, не мешались мне. Итак, в первом у меня 4 яйца, сегодня у меня день цифры 4. 4 яйца, вот 5-е добавляем. Так, 5-е добавим. И во втором гнезде. О, а во втором 3 яйца. Так, и 4. 4, 8 всего. Так, а пыльные яйца пыльных кроликов. Сейчас посмотрим. Они такие красивенькие. Вот у меня есть 2 яйца еще пыльных кроликов.
отлично. Та-та-ра. Ой, нет, 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 не надо мне пока туда. Вот пока я с вами тут разбираюсь, мне, видите, все-все в лагере. Вот еще у нас и пыльные кролики появились. Отлично. Сейчас вот это все уберу лишнее, чтобы у меня золотые могли семена появляться. Что нам тут предлагают? Спасибо. Это мне все не надо. Меня интересуют призы поинтереснее. Так. И фиолетовый цветок здесь видела. Вот я хотела его здесь объединить. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Сейчас я яйца здесь вот подвину, чтобы у нас было где открывать гнезда, если они у нас будут. Итак, ну что ж, поехали. Смотрите, 19. Ой, сейчас подождите, еще возьму. Возьму ваши подарки. Так, спасибо большое за подарочки. Вот фрагментик яйца появился. Вот это здорово. Видите, тоже собираю фрагмент яиц. Дракончика нашего дружелюбного. Его только можно получить у друзей. Большое-большое спасибо. Листик мне не нужно. Еще два подарка. По 10 он выдает нам их. Еще два подарка. Только не пишет какие-то. О, цветочек дали. Ну ладно. Ну что ж, поехали. 19 соединений у нас есть. Вот, соединю яйца совят грифончиков. И первого уровня совятки. Вот они. Можете на них посмотреть. Вот такие вот совушки. Дальше смотрим. Соединение по 5. Смотрим. Вот у кроликов есть первого уровня. Вот такие крольчата. Есть страсти дракончики первого уровня собрались у меня. Вот. И второго уровня могу соединить дракончиков страсти. Так, зимние. Первый уровень. Есть. Так, можете посмотреть. Так, зимний деревянный. Так, смотрим, водные драконы первый уровень. Есть. Ой, какие прикольные. Зубы, как у вампирчиков. Второго уровня 5 драконов водные можем посоединять. И смотрите, я впервые получаю драконы третьего уровня. До этого у меня их не было. Драконья сила 45, выносливость в лагере 8. Вот можно его разглядеть, водные дракончики. Видите, такие премиальные драконы мы очень редко получаем. Поэтому вот получаю их тоже впервые вместе с вами. Так, это надо убрать, чтобы оно не мешалось. Так, смотрим дальше. Теперь у меня вот один дракончик, но третьего уровня водный. Так. Листаем дальше сета дракона первого уровня. Вот, получаем дракона второго уровня. Так, стадионный первый. Соединяем. И второго можем соединить. Вот такие красавчики. Дальше нет. Пепельные дракончики. Вот первого уровня. Такие кролики пепельные. Этих мы дракончиков получаем, как вы видели, на острове, да, с пылью. Так, что же нас тут еще ожидает? А вот новые дракончики. Ой, нет, этим я не буду соединять четвертого уровня, потому что мне жалко их соединять. Так, и драконы-санточки. Вот санточки первого уровня, это новые абсолютно, которые получили в этом событии. Вот можно посмотреть дракончиков вот второго уровня. Кстати, они шапочками остались. Другие драконы у нас второго уровня без шапочек Санта, так как это так Деда Мороза, так они вот с шапочками. Так, смотрим дальше, что еще первого уровня можно соединить. Есть.
Отлично. Вот, можно вот этих Дедов Морозов соединить. 5 драконов. Конечно, жалко, конечно, они такие симпатяги. Но давайте посмотрим, кто у нас из Санты получится 2 класса. Очень интересно. Святой дракон. Ха, были Санты, стали святые. Итак, драконы 2 класса найдены. Так, вот одно гнездо могу продать. И посмотрим, как нам тут повезет с ними. Итак, первым вот новые святой Санты, драконы Санты, мифическая прямо. Ой, смотрите, как мне повезло, в первом гнезде у меня целых 5, 6, 7 яиц будет. 7 яиц. А сколько во втором? Вот уже 3, еще 2. Вот 2 яйца у меня останется таких вот на память, пока в следующий раз, в следующем событии, в следующем году, наверное, в каком-нибудь не получу еще такое. Ну, может быть, еще в магазине появятся, кстати, такие у нас яйца. Посмотрим, может быть, можно будет, правда, в магазине купить. Но, тем не менее, пока вот так вот. Ну, такие были Деды Морозы классные, может быть, не надо было их соединять, потому что теперь у меня их нету. Смотрим дальше. Жизни дракончики. 3 уровня можно 5 соединить. Вот, все, уже достигли мы сундука. Смотрите, максимального уровня. Все, на следующей неделе все, кто соберет хотя бы 50 очков, сможет каждый себе в лагерь получить сундук логова 5 уровня. Все, кто находится у меня здесь, в моем логове. Есть. А мы продолжаем соединять дракончиков дальше. Мудрые, мудрые, можно соединить 2 уровня дракончиков. Теперь, вот он уже пишет, что максимум достигнут. Типа, можете дальше не стараться, а мы будем стараться. Природные. Природные дракончики яйца я покупаю за монетки, когда у меня собирается очень много монеток, потому что каждое вот это яйцо стоит 8000 монет. Поэтому они тоже не быстро собираются. Смотрите, я смогла уже 3 уровень собрать. Вот такие природные дракончики. Дальше пока еще их не соединяла ни разу. Скоро уже смогу. Ну, а теперь пошли простые уже. Этих мы уже много раз с вами соединяли. Смотрели, да, дракона 2 класса. 1 уровня вот набралось сколько. У нас из яиц сколько повылетало. Так, и 2 дальше нету. Так, травяные. Вот можно яйца понасоединять. 1 уровня. Есть. Каменные. 1 уровня. 5. Есть. Еще 1 уровня. Годится. 2 уровня. Каменные. Так, зелененькие. 1 уровень. Теперь у нас уже остались простые дракончики. Еще 1 уровень. Так, еще 1. Ой, скоро у нас мицелиальные прибавятся, когда закончатся дикие земли. И вот обжорки мои любимые. Мне теперь обжорки большие больше всего нравятся. Только жалко, что они в лагере редко летают. Так, теперь здесь соединим. Пятнистые. 1 уровня. Так, что еще раз 1 уровня. Вот сколько драконов я получила за эту неделю. Сколько насобиралось всего. Так, и 2 уровня, конечно, теперь сможем соединить дракончиков. И 3. Есть. О, какие смешные. Так. И колючий дальше. 1 уровень. Угу. Еще 1 уровень. Так. И 2 уровня. Угу. Так, рухи. Вот последний 1 уровень.
Так, так, так. И еще первый уровень. Что-то еще можно соединить. Второй уровень рухов. И на этом соединение все. Кстати, только одно гнездо второго класса удалось получить, и то благодаря тому, что получили нового абсолютно дракончика Санта-Клауса. Так, что у нас с вами? Вот теперь у нас целое поле новых яиц, которые надо теперь снова будет собрать, закинуть лишний наверх, посмотреть, что еще есть. А вот еще, кстати, пыльные кролики. О, смотрите, нам предлагают за 84 купить вот такой, но я не буду покупать. Вот у меня еще 2 яйца пыльных кроликов появилось. Я забыла второй сундучок открыть сразу, как вы видите. Ну что ж, бывает. Потом зато открываю то, что забыла. То, что было. Теперь что мы с вами можем еще сделать? Как вы помните, у нас открылось на карте мира еще новые территории. И следующее, смотрите, следующий уровень, который нас тут ждет, это Вознесение Дрейка 6. 4 кубка надо его играть. Ну что ж, давайте попробуем, пройдем новый уровень, как обычно мы делаем. Вот такие у нас земли, вижу. Давайте знакомиться с заданием. Чтобы так закончить уровень, нам нужно восстановленную статую Геи создать. Задание первое для звезды. Соберите крошечную магическую монетку. Соберите бронзовую монетку и серебряную. Ну, значит, монетки надо собирать. Ну, из ягод мы получим монетки. Я вижу, у нас тут есть деревья фруктовые. Нам нужно подумать, как нам дракончиков получить. У нас сверху ничего не летит. А, у нас есть, вот смотрю, порталы, из которых драконы вызываются. Так, вот мертвая земля. Вот так. У нас остался вот такой орешек, из которого росточек фруктового дерева будет. Единственное, что могу еще получить немножко... Еще немножко, вот мне надо дойти доверху, наверное, дойти доверху, чтобы мне портал получить. Так, а как мне дальше двигаться тут? А, я могу соединить вот эти вот так вот. Теперь мне нужно либо прорастить, подождать, пока прорастут вот эти вот семена, хоть одно семечко прорастет, либо... Я могу соединить семечки, вот так вот, одно, по крайней мере, вот, и получить деревце, как вы видите. Вот, и наконец-таки дошла до портальчика, и я смогу вызвать из моего лагеря теперь дракошку. Вот, о, какой красавчик, смотрите, что же он мне показал, призрачного дракончика он меня тут призвал. Вот он призвал призрачного дракончика, ты, может, эту не ешь? Ты мне вот из этого цветочечка сердечки понадобывай. Я пока подожду, пускай мне, может, что-то прорастет. Мне хочется, чтобы у меня семена проросли. Хотя это, конечно, будет не так уж и быстро. Ну, цветочек у меня один. Так, а призрачный дракончик у нас быстрый довольно-таки. И мы сможем вот тут понаоткрывать кое-что. Вот так вот. Есть, не будем. Вот я еще смогу получить кости. Вот еще один цветок, с него уже побыстрее уже дело пойдет. А я могу тем временем вот парам-пам-пам-пам-пам. О, деревья. И вот смотрите, вот эту ягоду я могу скормить своему дракончику и получу монетку. Первую вот я выполню задание. Есть, вот первая монеточка. Так, теперь мне нужно еще эти деревья соединить. Стоп, стоп, стоп. Один вот этот вот орешек. Та-дам. Вот, не надо мне. Нет, не кушай это. Не кушай, мне они нужны. Вот. Я хочу. Все пытается мне съесть. Ну, можно, да, запустить еще, получить монеток. Вот, смотрите. Ну ладно, ешь. Вот еще одну ягоду сейчас сделаю. Вот у меня проросли кое-какие. Вот, спасибо. Вот тут еще монетка. Давай это скушай. Да. Так, там. Еще один орешек.
Окей, спасибо. Теперь я могу соединить монетки и получить такую вот. Так, а что нам нужно? Собрать нужно крошечную монету. Вот я собрала вот эту монетку вторую. Вот, и получила звезду. А мне нужно было собрать монетку. Все поняла. Все поняла. Давайте сделаем деревьев побольше. Сейчас. Давай. Вот я еще одну ягодку могу собрать пока. Вот получу монетку, и мне надо было ее собрать. Вот, и вторая звезда. Есть простая звездочка. Отлично. Ну, давайте сейчас мы там понаоткрываем. Вот еще. Давай. Работай, мой хороший. Вот, сейчас посмотрим, сколько у меня тут. Есть, вот с этого можно стрясти. И вот тут еще такая хорошенькая. Вот серебряная монетка. И могу вот так. Вот бананчик мне нужен был. Вот сюда. Есть. И теперь я могу собрать серебряную монетку. Вот и третью звезду я сделала. Довольно-таки простой уровень, правда? Вот могу. Теперь сколько хочу монетку получать. Вот, все собрала. И выходим с этого уровня. Ну, такой довольно-таки легкий уровень. Были уровни гораздо сложнее. Это как раз вознесение Дрейка 6. А посмотрим, что там и дальше будет у нас. Там еще есть местечко для новых уровней. Итак, что у нас тут можно получить? Это пиар в виде медведя. Основной за 99 самоцветов. Вот можно монетки забрать. Это мне ничего остальное не надо. Такие элементарные призы и бронзовый сундук трехчасовой. Переходим на карту мира. И дальше будет по плану у нас так. Тут у нас вознесение Дрейка 7. Я смотрю, нет ли каких-то еще таинственных комнат, например. Кораблик. О, смотрите, кораблик нажимается. Здесь еще секретка, секретная комната, вознесение Дрейка со знаком вопроса. 4 кубка, его нужно играть. Ну что, составим это на следующий раз. Надо же в следующий раз что-то будет проходить. По крайней мере, 2 комнаты я еще вижу. Вознесение Дрейка 7 и секретную комнату. Вот могу сундучок собрать, поставить следующий делаться. Ну что ж, господа мои хорошие, с наступающим вас Новым годом! Желаю вам всего-всего самого наилучшего, чтобы все ваши мечты сбывались. Надеюсь, мы еще с вами встретимся перед Новым годом. Ну, а если нет, так нет. Мне ожидается много приезд многих гостей, поэтому вполне возможно, мне будет не до игрушек. По крайней мере, большое спасибо, что пришли, посмотрели, побыли вместе со мной. До следующих встреч. Пока-пока. До свидания.